Необходимо добивать. Давай! 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 Какой живучий кубинец. Заслуживает уважения. А еще Мурат пытается в ответ что-то бить. А Мурат заслуживает восхищения. Надо останавливать. Надо останавливать. Ой-ой-ой. Рефери, хорош. 20 надо секунд. Надо останавливать. Да. Это нокаут, друзья. Такая я яркая считаю, победа. Что необходимо остановить этот бой. А он остановлен, все. Рефери остановил. Прекрасный бой. Ну, нам сейчас еще много раз покажут повторы. Концовка в виде отказа. Вот, смотрим. Отказа рефери. Ой-ой-ой, какие тяжеленные удары. Левый боковой, точно по месту. Друзья, меня впечатлил, на самом деле, кубинец, ко всему прочему. После таких пропущенных ударов он очень быстро восстанавливался. Не будь на месте его соперника Гасиев, который очень плотно бьет. Еще не факт, что его добил бы другой соперник. Ну вот, заключительный. Здесь уже наступило время, когда он был останавливать, потому что нужно было потерять, подорвать здоровье. Весь зал скандирует. Мы ничего не видим, я ничего не слышу уже. Полуфинал на заглядение.